Ежегодно в Украине рождаются 4500 малышей с пороками сердца. Устранить патологию безболезненно может специальный имплант – окклюдер. При условии, что семья больного ребенка сможет найти 100 тысяч гривен на его покупку. Но как быть, когда потеряна работа и дом? В такой ситуации оказались семьи переселенцев, где есть больные дети. Историю продолжит Юлия Меньшакирова. Вот здесь мама, вот здесь папа, вот здесь моя сестричка Саня, вот здесь я. Четырехлетняя Настя за один день может разрисовать целый альбом. Это последние штрихи к придуманному персонажу. Сердечко. Вот здесь лучик, а вот здесь глазки. У девочки в груди бьется необычное сердце. 2 года она живет с таким миниатюрным устройством из титана и никеля. Имплант в виде зонтика не только устранил порог, но и дал ребенку здоровое будущее, защитив от болезней. Дети, у которых есть дефект межпредсердной перегородки, вообще пороки сердца, они подвержены легко любым заболеваниям, вот, которые перерастают очень часто именно в бронхиты, воспаление легких. Стоимость устройства окклюдера – 100 тысяч гривен. Родители детей с пороком сердца собирают деньги годами. Семье Насти пришлось еще сложнее. Ирина с мужем переселенцы. Они отчаянно искали помощи. Им удалось собрать часть необходимых средств через благотворителей. Но без полной суммы операцию не провести. Начали обращаться во все фонды, которые только можно было. Нам все отказывали. И я обратилась в штаб Рината Ахметова. Там сразу приняли заявочку. В Украине ежегодно рождается 4500 малышей с больным сердцем. Лишь половина получает помощь вовремя. Где-то половине деток, которые к нам обратились, помогли благотворительные фонды, потому что помощь государства, она мизерна. И благодаря фонду Рината Ахметова мы уже помогли нескольким деткам. Чтобы помочь системно детям Донбасса, штаб Ахметова запустил специальную программу, в рамках которой импланты закупят для 35 маленьких пациентов с пороками сердца. Очень много детей, которые пострадали во время боевых действий. Очень много детей, вот таких как мы, которые нуждаются в помощи. Я считаю, что деятельность фонда очень обширная и очень необходимая людям вообще Украины. Уже несколько месяцев Настя серьезно занимается спортивными танцами. Без имплантов сердца даже разминка была бы ей не по силам. Прилежная, трудолюбивая. Настеньке очень нравится, очень старается. И таких детей очень видно. Теперь ее здоровью ничего не угрожает. На будущее малышка строит амбициозные планы. Кем ты будешь? Певицей будешь? Да, вот она будет певицей, наверное, у нас, как она хочет, или артисткой. Юлия Меньшакирова, Евгений Кунин, Владимир Конопля. Для телеканала «Донбасс».